И всем привет, с вами Мистика Лагеря, продолжаю собирать дерево. И вся моя печка все еще пылает от меня. И прикиньте, мы до сих пор живы, то есть сколько у нас было сезонов хардкорного Майнкрафта, мы ни хрена не могли сделать. Ты ж мой унитаз сломал. Я? Стой, подожди, я ж это, только его смыл пару раз, ну, предварительно нагадив туда. Что-то ты как-то срёшь, слишком как-то опасно. Я боюсь теперь к тебе подходить. Dangerous. А прикинь, что будет, если я пердану? Я не хочу об этом думать. Ядерная Фукусима. Она бывает другой? Шоколадная, мармеладная. Знаешь, почему-то мне сейчас вспомнился момент, в каком-то фильме был, да? Где чувак в душе, в этом, в тюрьме, да, стоял такой, да? Что-то мне это... Что-то было, не было? Нет, было, не было. Там была другая забавная вещь. Там был чувак, у которого был понос, да? И когда он чихнул, он нагнулся, короче. Что? Фу, кто-то смотрит за фильм, лайки. Это, блин, ну фрагмент из фильма просто. Фу. Он настолько сильно чихнул, что он просто сёрнул на другого чувака. Фу. Блин. Фу. Приятного аппетита. Я тебя ненавижу. Я только хотел пойти покушать. Приятного всем аппетита. Я тебя куда-нибудь убью. Нет, кстати, нельзя так убивать. Я тебя убью. На самом деле тут нельзя убивать. Это я тебе так по секрету немножко чуть-чуть. Я в жизни убью тебя. Ну... В смысле нельзя убивать? В смысле тут моя жизнь священна и любое прикосновение к моей жизни. Я думал, будет... ты имеешь в виду, типа, друг друга нельзя убить. А, нет. Я уж хотел тебя пойти пинать. Так-то я тебе задницу за все плохое, что ты сделал. Не. Ну так подумай, это вот неинтересно же, просто меня убить. Надо сначала меня догнать, найти, не телепортировать. Выследить. Так по, можно? По пингу вычислить, я не знаю. Ура! Что? Ну, в смысле, я это... Того. Ты взял. Познал смысл жизни? Нет, я проход взял. А. Да, я пошел в тюрьму и сиранул на другого чувака. Только у тебя... Познал смысл этой жизни. Только у тебя... У тебя должен быть вообще... Ты должен, короче, как следует. Ага. А что так? Дерево есть. Так, земля. Нужно больше земли. У меня тоже. Вы скажете, зачем мне нужна земля? А я скажу вот вам... Просто так. Да, сам. Да. Да, нет, на самом деле, чтобы сюда подняться и взять дерево в руку. Мне, слушай, чувак, сколько играю в Майнкрафт... Нагнуться и чихнуть. Сколько играю в Майнкрафт, еще ни разу не видел землю в Майнкрафте, честно. Ты... Чего? Ты мне достанешь немножко земли? Нет. Ну, пожалуйста. Это моя. Это моя фишка, все. Ну, земля. Хочешь, я скажу, сколько у меня ее, чтобы ты завидовал? Сколько? 4 пака почти. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чувак, тебе... Не ожидал? По-моему, тебе много, нет? Кланься мне в ночь. Окей. Найду, сразу тебе кину факел в ноги. Чего? Я не знаю. Тебе нужен факел? Я продаю факел. Подожди, я пытаюсь поставить нормально этот. Его, ну ты понял. Слушай, о! Поставил. А кто дверь не закрывает? Что за урод? А, это был я. Да, всего-то. А то, вот скажи, например, вот скажи, вот такую вещь скажи. Ты вот знал, что если плыть под дождем, под водой, то ты не будешь слышать дождя, точнее, ты его будешь слышать, но ты его будешь видеть, но ты его не чувствуешь. Ага. А теперь, ты знаешь такую фишку, что мне как это называется, сейчас вспомню, насрать. Да? Вот. Окей, хорошо. А вот теперь я вызову тебя трэш-шок, и, короче, ты просто... Трэш-шок? Да, ты, короче, в конвульсиях упадешь в землю и будешь кататься. Ну? Все? Нет! Ты меня пугаешь. Короче, смотри, видел, у тебя там растет этот библейский кактус? Ну? Его больше нету? Нет, он до сих пор есть. Не совсем. Не короче, интригуй меня, пожалуйста. Если взять, если его взять, да. Ну, и собрать. Нет, не собирать. Именно войти в него, слиться с ним, стать единым. Ну. То тебя не будут трогать скриперы. В смысле? Ну, короче, есть такая фишка за прятание в как, ну не в кактусе, а в тростнике. А, то есть ты хочешь, чтобы я так попробовал, потом сдох и потом тебя материл? Нет, просто хочу, чтобы ты так попробовал. Нет, чувак. Ну, значит, сдохнуть, это же ты как-нибудь сам. Нет! Нет, даже не думай! Даже не проси меня об этом. Ну давай! Ну просто попробуем! Ну просто попробуем, нет! Ну разок! Ну нет! Ну ты же не умрешь от взрыва крипера!
Нет. Трех. От трех взрывов крипера, да? Да. Господи, что-то, по-моему, у нас теперь много тростника будет. Так ты смотри, ты... Зачем? Если к нам менты придут, это твое. Нет, это... Бабушка. Да. Да. Бабушка. Это именно все, да. Мы, короче, ух, скажем, как что... нехорошо, бабушка, не, не, как просто... нехорошо. Она просто сделала запас, чтобы вязать носки. Розовые. Зеленые. Да тебе же розовые носки, да? Что я хотел сделать? Я... Отпинать, а, я же дерево шел рубить. А, я же шел сначала сделать этот. Ну ты понял. Да, его. Именно его. Так, так. Ну как же там успехи с ним? С ним вот так... Вот так и... О, я сделал его. О, лава! Ить, все. Пойду-ка я дерево порубашу. Нужно причем очень дохрена дерево, чувак. Просто дохренища дерево. Тут лава под водой растет. Растет под водой, лава. Нет, стой, дай переформулируй. Тут дождь капает на лаву. И? И все. А. Еще, то есть, да? Для тебя это обычно, идешь ты, ну, такой по лесу. Там, я не знаю, селфи сделай, там, подойди. Лава, лава, можно с вами сделать селфи? Да, стоп, я вот так вот сделал селфи. Селфи. Бич. Ой, я стою на лаве. Ой, нихрена, если шифт отпустить, я просто утону нахрен. Что, прости? Я, короче, сделал такое охрененное селфи, что я стою на лаве. Меня передернуло. Я не люблю, когда такие истории рассказываешь, так что будь лучше рядом со мной, пожалуйста. Ну блин, я стоял на лаве. Меня это как минимум пугает. Я реально стоял на лаве, я погорел лаву. А так интересно, ты потушишься, если вот дождь будет идти, ты прыгнешь в лаву и из нее выйдешь? Не проверяй. Да, блин. Не надо, зря я это сказал. Я теперь лаву не найду. О, смотри, тут свинки, хочешь кушать? Я, да. Ну иди сюда, бей свинок. Я уже. Ты хоть рядом со мной хоть будешь? Так я уже. Молодец. Сейчас как раз, пока ночь наступит, я начну делать второй этаж, а он будет чуть-чуть необычный. И ты... крышка у нас, кстати, будет спиралью. От туалета? Нет. Так неудобно же сидеть. Маленькие зомби. А они верхом на курице или нет? Что? Они верхом на курице или нет? Нет. Тогда неинтересно. Господи, обалдеть, как я испугался. Не, я домой, чувак, все, мне хватит. Сколько я собрал? 54 штуки. Все, в принципе, на крышу хватит. А потом уже что-нибудь еще дать. Ой, скелет! Пошли бить дракона. Ой-ой-ой, он мне прям в жопу, прикинь, стрельнул. Это ж больно. Пошли бить дракона. Подожди, подожди, подожди. Он за мной не идет, он вроде бы не идет за мной. Так, 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 так. Быстрее, 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 быстрее. Главное, не это, не ёкнуться. Welcome, bitch. Окей. Немного скелета. Так. Вот. Oh, yeah. Так вот. Я тут этот собираю железо, я такой брутальный мужик, знаешь, такой накачанный, такой стоит. Ага, такой, дух, дух, такой сексуальный. Окей, я буду снизу лучше делать. Потолок. Не, снизу? Да. Почему ты снизу фига? Там этот. Он, да я хоть раз снизу делает. Сделаю. Ну иди, я не брось. Точно? Да. Ну окей, ты будешь наблюдать, в смысле, ну поможешь мне снизу. Да, я сверху постою. Да, я так и думал. А как же, где ты еще хотел быть? Сбоку, что ли? Сбоку не прикольно. Вот! Смотри, у нас какой-то упор, это немного потолок. По-моему, это некрасиво выглядит. Сделай, короче, изображение Зевса, швыряющейся молнии на потолке из шерсти, пожалуйста. Что, прости? Ну, я, ну, такой заказ небольшой. У тебя, короче... Я не знаю, кто тебе это может сделать, лагерь. У тебя есть поле размером 3 на 3. Спойлер? Поле. Ну, место размер 3 на 3, чтобы ты сделал Зевса, кидающийся молнией. Mm-hmm. Изображение Зевса. А, ты помнишь, как делать лестницы, лестницы? По-моему... Конечно, помню, палки 6 штук. Я сделал. Нет, 6, да, 9, 8, 12 7. И... 7 да, штук. Вот именно так я и хотел сказать. Все, я сделал. Это чтобы нам на второй этаж был выход. Ну-ка, 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 ну-ка. Так. И... Идем! Бич! Охренеть! И теперь еще вот... Помнишь, мы когда-то встречали давно, да? Сашу Грей в каких-то других сериях? Отлично, что? Помнишь, мы когда-то встречали Сашу Грей в каких-то других сериях, да? Не помню.
Нет. Вот а, все, вспомнил. Короче, я нашел ее продолжение. Оказывается, она не такая маленькая, как мы думали. Ее просто по частям, походу, нужно звонить в полицию. Нашли маленькую часть. Нашли труп. Ну как сказать труп? Маленькую часть. Но мы ее не отдадим, можно оставить себе. Мы там походим, что ли. Я, короче, в пещерку лагерь зайду, ты это сильно не бойся. Так я уже тут телепортируюсь. Я боюсь больше, чем ты. Телепортируйся сюда. О! Уголь! Мне главное не забыть дорогу домой. Чувак, я уже собрал 30 железа, я не знаю, что ты там делаешь. Я себе, короче, в тупик завожу, если сзади будет крипер, то мне, короче, будет больно. О, я нашел выход. Крипер! А, нет, крипера. А, нет, показалось. Так. Уголь нам как бы не помешает. Нет, на самом деле я уже глубоко. Насколько ты глубоко? В задница. А, что-то мне подсказывает, что ты умрешь. Нет, я не умру, если ты телепортируешься ко мне. Лучше наоборот. Сделай мне приятно. Стой, не телепортируй. Почему здесь есть факел, а кто-то железо не собрал? Подожди, ты просто охренеешь, чувак. Подожди, у нас железо. Да. Ну? Ну, звони ему. Просто иди ко мне. Охренеть, сколько тут железа, слушай. Я знаю, тут много на самом деле железа. Подожди, нужно подняться. Привет. Как ваши дела? Да, нормально. Я вас тут чуть-чуть соберу? Нет. Охренеть, тут железо. Оно и в бок тут расходится. Я смотри, я с одного места сейчас скажу, сколько железа собрал. Если оно дальше не разойдется еще. Так. И вот так. Слушай, Яр, просто пообещай, что мы сможем вернуться. Слушай, Яр. Слушай, Яр. 14 штук, прикинь. Я открою магазин, который называется Слушай, Яр. 14. Пообещай мне, что мы сможем вернуться. Ну, давай ты пешкайся ко мне, я уже возле дома. А, нет, все просто отлично. Не, я реально нашел такую большую расщелину, что прям там вообще такая, ух, прям, ах. Ой, скелет. Я тебя понял. Скелет. Ой, чувак, у нас сегодня корчаки все открыли в городе. Ну, не сегодня, а вообще недавно. Ау. У меня только там первый день мы, короче, чтобы нам дали 2 гамбургера, мы ждали немножечко, где-то минут 30. Да. Они его делали. Окей, хочешь другую статистику? Ну. У нас в городе 80% людей не знают, что такое KFC. Тебя это устраивает? Реально? Ну ладно, вру, может 85-90. Я раньше тоже не знал, думал, о, Макдональдс. Теперь нет, что-то мне вообще KFC так пропёрло. Да. Жирным буду. У нас даже не знаю, что это такое. Жирным быть, охрененно просто. Бери пример с кого-нибудь. Ой, я сейчас могу уже сделать наконец-таки себе кирочку. Железную, прикинь. Нет, и слушай, кир. это по-моему высшая степень мажорства. Крипер. Я лучше обратно. Не, ну ты хоть, знаешь, селфи сделай, что ли. Куй железо пока... Блин, знаешь, я первое слово не очень хорошо прочитал с самого начала. Я в уме прошмыгнуло, но потом я вспомнил. Да, там прошмыгнуло... Сунь железо, пока горячо. Сань! Железо! Так. Я готов. К чему? Иду. Бородатая в пещеру. Селфи. Собирать немножко еще хотя бы железка, чтобы сделать уже нормальную броню железную, сделать меч железный, и уже нормально можно было идти. И практически, знаешь, не бояться. То есть, если только, конечно, нас там рой криперов не нападет. Иди! На! О! Я, короче, курица! Курица на днище пещеры. Знаешь, на каком уровне? На 32-м блоке находится курица. Вот все что угодно, только не курица. Но реально, да, блин. Нормально, лагерь, ты точно ничего не курил? Нет, я ты понимаю. Ты себе опять палишь? Блин. Курица обычная или нет? Крылья есть? Она не курица. А кто? Ну, в смысле, она не курица. Ну, сама ты пробовал уже, да? Попробовал. Фу, а через что ты пытался? Он здесь через рот. Крипер! Уйди, он меня в угол зажал! Уйди! Уйди! Убил! Ступеньку ниже, поднимается и начинает шипеть. Поднимается и начинает шипеть. Господи. Кстати, эта серия, наверное, будет одна из самых длинных. Так что, я думаю, это заслуживает лайки, потому что уже около 15 минут. А мы еще, короче, в пещерке. И пока мы не вернемся домой, мы не закончим серию. Так что ставьте лайки, чтобы серия была чуть-чуть подлиннее. Подлиннее? Прям как у тебя. Да. Погода. Ну так точно никогда не будет. Это слишком. Ой, я тебя вижу, иди сюда. Я тебе сейчас дам, видишь меня. Я тут это, железка собираю. Почему ты железо не собирал, господи? Твою дивизию, розовые ноги.
Я же сказал. Кому советую смотреть на розовые ноги, когда копаешь железо в хардкорном Майнкрафте? Я же говорю, я вижу тебя. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Сзади тебя паук. Да? Привет. Иди сюда, а тебе кое-что покажу. А что там как-то больно бьется? Ну, стой, иди сюда, что тебе покажу кое-что. Подожди, я тут это, пройдусь немножко. О, железка. Я тебе сейчас закопаю с железом, всегда. Не, подожди просто, у меня очень давно не было железа. Я его очень долго искал. О, лава! Сколько у меня? 12. Почему так мало? О, как ты здесь оказался? Я не понимаю вообще тебя. Слушай, падай. Суши. Почему ты меня сушами называешь? Почему нет? Суши, падай. Я всего лишь собирал. Не падай, лага. Не рекомендую, там лава. Господи. Давай пойдем отсюда. Нет, стой, мы должны спуститься. Охренеть. Дай их тебе. Ой! О, дурак, я чуть вперед не шагнул, там лава, ты дурак, у меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Я тебя упал. Это было со стороны. Ладно, пошли вернемся домой, короче, закончим серию. Нет, стой, мы должны. А потом уже в следующей серии пойдем. Мы забудем дорогу, стой. Не забудем. Черт, я уже забыл дорогу. Куда идти? Иди сюда. Я вроде бы нашел, да. Вот он выход. Это ты поднимался, да? А? Это ты поднимался, да? Не знаю. Я тоже. Иди сюда. О, вот он наш родименький такой выход. Чувак, где я? А тут еще можно сделать, короче, вот сюда. Где выход. Я? Туда наверх и переезд какой-нибудь на какой-нибудь остров, и там будет нас, короче, какая-то. Где выход? Забери меня! Привет. Как дела? Здорово. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр, с вами был Мистика Лагерь, мы уже очень долго продержались. И пёрышко! Я надеюсь, пёрышко. Мы еще больше продержимся, продолжим строить дом, продолжим ходить в пещеру, сделаем, наконец-таки, нормальную броню, и все хорошее, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы вдруг впервые, и всем удачи, до новых встреч, пока! Пока-пока!